В Нью-Йорке масштабные спецоперации с участием десятков полицейских обернулась попытка поймать быка, не пойми откуда взявшегося в районе Квинс. Скорее всего, бесхозная парнокопытная сбежала с ближайшей скотобойни и сдаваться без боя явно не собиралась. Несмотря на дротики с транквилизатором, животное больше часа носилось между жилыми домами, с легкостью уворачиваясь от полицейских машин, которыми пытались преградить дорогу. Отчаявшиеся стражи порядка и ветеринары уже не знали, что делать. Один из самых смелых, как заправский кобой, пытался поймать быка голыми руками. Все это время жители нескольких кварталов Нью-Йорка, которым власти велели сидеть по домам, с удовольствием кричали преследователям и подбадривали беглеца. Захватывающая погоня закончилась, когда подействовали препараты. Дальнейшая судьба быка, ставшего на миг звездой американских телеканалов, пока неизвестна. Но говорят, что на скотобойню животное точно не вернется, поклонники не позволят.